Итак, приветствую. Сегодня будем делать новый комплекс, новую последовательность, также из 5 позиций, одно дыхание в каждой позиции. Хочу обратить еще раз внимание на то, что ничего не выполняется через рывки, через там сильное грубое воздействие. Да, мы включаем мышцы, но делаем это мягко и плавно. И обратить внимание на концентрацию и на дыхание. Первые круги, вообще первые разы, когда ты начинаешь заниматься, такое, что там включается режим выживания, и ты пытаешься просто вот простоять, продержаться как есть, сцепив зубы. Но потом, по мере того, как тело становится сильнее, мы начинаем глубже и глубже концентрироваться и стараемся отстроить дыхание, сделать его как можно медленнее, дышать только через нос, изначально стараться всегда вообще вот, по жизни дышать только через нос. И концентрировать внимание в зоны, которые беспокоят. Если беспокоят. Если нет, то просто зоны, которые включаются. Простою в упоре и включаются руки. Значит, я привожу туда внимание. Можно даже глаза закрыть. И вот быть на вот этом прямоугольнике, ты же чувствуешь границы его примерно. Ты никуда не улетишь, не упрыгаешь. Можно закрыть глаза и закрытыми глазами делать весь поток. Сейчас я покажу два круга. Нет, я покажу все четыре. Первый круг будет детально разбирать, остальные три сделаем в потоке. Желательно делать минимум 4. Естественно, если тело не позволяет или что-то еще, то делать столько, сколько получается. Главное не навредить. Главное не навредить. Это важный принцип ахимса в йоге. Не насилие. Но нужно разграничивать, где ты ленишься, а где реально пошел уже ущерб и такое, ну, как бы не в проб уже пошло, да? Начинаем мы, как всегда, с настройки, просто садимся и сначала включаем внутри себя, можете с открытыми глазами, можно с закрытыми, намерение, то есть для чего мы садимся на коврик, что мы хотим от этого, что мы хотим от жизни, для чего мы просыпаемся и так далее. Садимся, выпрямляемся в спине и выстраиваем внутри себя намерение. Если вы одни в комнате, можете его проговорить вслух. Хорошо. И теперь начинаем капалабхати. Это акцентированный выдох из носа с одновременным подтягиванием живота. Такое ощущение, что мы выталкиваем воздух из живота через нос. Такое же, как вы отсмаркиваетесь, когда только усиленное давление животом одновременно. Если получается быстрее, делаем быстрее. Поехали. Спину держим прямо. Теперь делаем глубокий вдох, надуваем живот, надуваем грудь и задержка дыхания. Задержали, расслабили плечи, лицо. И медленный выдох через нос. Посидели, успокоили дыхание и начинаем
Первый круг. Первая позиция – это горка. Ладони поставили примерно на ширине плеч. Ладони слегка разворачиваем. Стопы на такой же ширине и слегка косовато. Сгибаем колени. Толкаем сердце к стопам, а лицо параллельно полу. Я буду иногда крутиться и показывать сбоку. Вам крутиться не надо. Вот. Согнули. Лицо в пол, сердце к стопам. Не надо ноги сначала выпрямлять. Сначала мы выпрямляем спину и прокручиваем ягодицы. Посмотрите на поясницу. Раз, прокрутили. Уплотнили грудной отдел, лопатки вместе. И держим здесь вдох. Выдох. Дальше мы вес переносим на руки. Стопы ставим вместе и кладем на подъем. Вот так. Раз, два. Внимание! Не вот так вот на пальцы ставим, не ломаем их. А стараемся на подъемы копчик подкрутить, таз не бросать. Он примерно на одном уровне нужно чувствовать, вместе с плечами. Такая сутулая кошка получается, затылок назад, не вниз, а назад. И руки на сантиметр подсогнуты. Люди очень любят выворачивать локти вот так и держать их на суставах. Это нельзя делать. Эта позиция, упор на подъемах, она включает весь низ, растягивает вверх и внутреннее кольцо от рук, да, включает. Она много чего включает. Пятки к пятке. Держим вдох. Выдох. И отжимаемся вниз на живот. Легли. Вытянули грудной отдел. Потянули ребра вперед. Не надо так поднимать, не надо. Вдоль пола тащим, вдоль пола. Вытянулись, подняли пятки, коленки не надо резко, аккуратно. Чик, выпрямили, руки тоже наверх. Не в стороны, не согнуты. Постарайтесь выпрямить их. Голову закидывать не надо, голова прямо. Коленки прямые, локти прямые. Поднимаемся, как будто книжка, складываемся назад. Держим вдох. Выдох. Отпускаем. Ладони ставим под плечи. Позиция колени и стопы. Колени, ладони. Стопы пальцами в пол. Не ближе, не дальше. Вот на четвереньках квадрат. И мы снова округляем спину, выталкиваем весь позвоночный столб к потолку. Голова, затылок назад. И подтягиваем одно колено. Хочу обратить внимание, что когда вы подтягиваете коленку, не скривляйтесь корпусом вот так. Не тянитесь к колену. Округлите спину и просто подъехала коленкой настолько, насколько получается. Округлили. Затылок назад. Локти слегка согнуты. Подъехала колено. Держим вдох. Выдох. Отпустили. Сделали вдох. Пальцы ног в пол. На выдох второе. Держим полный цикл. Вдох, затылок назад. Вес в руках слегка, выдох. Отпускаем. И пятая позиция – это стул. Покажу в нескольких проекциях. Мы становимся широко. Так широко, чтобы грудь свободно зашла. Не вот так вот ложимся на ноги. Видите, я лежу. И не так. Слишком широко. Чтобы она зашла ровно, как в паз. Вот, видите, не слишком большое пространство, но не слишком плотно, не слишком широко. Найдете примерно ширину. Наша задача вес перенести, вот потом в конце встать на каблуки. Упали, прогнулись в спине, желательно всю параллель позвоночника максимально низко опустить. Не только грудь, или вот так вот стоять. А вот выпрямились. И как на лифте, жжик, вниз. Вставили еще раз лопатки друг к другу. Пальцы рук за уши. И взгляд в пол. На носочки встали. Максимально давя на костяшку большого пальца. Стопа скажет спасибо. И здесь прокручиваемся. Сейчас покажу в другой проекции. Вот вы встали, все включили. И здесь прокручиваемся вокруг позвоночника. Не в сторону, вот так. Или вот так. А вокруг, как будто на шампуре. И здесь держим вдох, лопатки сжаты. Выдох, высокий каблук. Центр, вдох, лопатки сжаты, спина прямая. Вторая сторона, выдох.
И здесь держим вдох, выдох, центр, и погнали на третий, на второй круг. Встали в горку. Держим вдох, выдох. Вес вперед в руки, стопы на подъемы, копчик подкрутили. Обязательно копчик подкрутить. Затылок назад, держим вдох. Выдох. Ушли на живот. Вытянулись. Вытягиваемся. Поворачиваем как бы грудной отдел. Подняли пятки, подняли руки. Держим вдох. Выдох. На четвереньки. Округлили, как злая кошка, затылок назад, колено. Держим вдох, не кривим корпус в сторону, только прямо. Выдох. Отпустили, вдох. Выдох, вторая. Держим, сжимаем пресс, вдох. Локти слегка на сантиметр подсогнуты, выдох. Отпустили, встали в стул. Можем в два захода, широко поставили. Упали два, прогнулись три, на носочки четыре и пальцы рук за уши, но не давят, а просто касаются, пять. Лопатки вверх, вместе локти вверх. На выдохе скрутились. Здесь вдох, выдох. Центр вдох. Вторая сторона выдох, спиной работаем, поясницу тоже напрягаем, вдох, выдох. Центр. В горку, третий круг. Зашли в горку, лопатки вместе, толкнули их к тазу, туда продавили себе грудной. Вдох, лицо параллельно полу, дышим. Обязательно дышать, не держать дыхание, выдох. Стопы на подъем, ладони под плечи, локти подсогнуты, копчик внутри. Вдох, сильный пресс, сильные руки, выдох. Легли на живот. Вытянулись, включили, вытягиваем грудное отдел, чтобы пресс затянуло, чтобы поясница разгрузилась. Подняли пятки, подняли руки. Вдох, коленки прямые, локти прямые, голову держим органично с плечами и грудью, ни назад, ни вперед, выдох. Ладони, колени, округлились, как злая кошка, коленку подтянули, затылок назад, вдох, вес слегка в руках. Выдох. Отпустили, вдох. Выдох, вторая. Здесь вдох. Выдох. В стул. Сбоку покажу. Упали. Прогнулись. Носочки. Дополнили ладонями, локти наверх. Скрутились на выдохе. Здесь вдох. Плечо верхнее докручиваем, выдох. Центр, вдох, спина прогибается, на второй выдох, верхнее плечо толкает, вдох, выдох. Отлично, четвертый круг, горка. Зашли, лопатки сжали, лопатки как бы вовнутрь вот так залазят в грудной, давят их, грудной отдел. Вдох, выдох. На подъемы. Округляем спину, локти подсогнуты, вдох, пресс сильный, копчик внутри, выдох, живот, вытянулись, вытягиваемся, подняли пятки, подняли руки, держим вдох, выдох, ладони, колени, округлили спину, как злая кошка, коленка подъехала, держим вдох, вес в руки слегка, выдох. Отпустили, вдох. На вторую ногу выдох. Держим вдох. Затылок назад, выдох. В стул, вдох. Выдох, скрутились. Держим вдох, спина сильная, прогибается слегка, выдох. Центр, вдох. Вторая сторона, выдох. Здесь вдох. Выдох. Центр и сели.
И восстанавливаем дыхание вместе с руками, следим. Делаем вдох, руки пошли наверх, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще один вдох. Сидим просто с закрытыми глазами. Хорошо, благодарю вас. Этот комплекс можно выполнять в любое время, в любом месте, в любом возрасте. 4-8 кругов, 16 кругов или 24 круга. Мы сделали сегодня 4. Поэтому смотрите, наблюдайте, какие будут изменения по телу. И да пребудет с вами сила физм.